Всем привет, с вами Марина, и это видео по созданию персонажа в одном цвете. Данное испытание мне передала Августа, спасибо ей большое. Она мне передала серый цвет, скорее всего, потому что она знает о том, что я всегда хочу серый цвет. В чем бы то ни было, мне нужен серый. Я решила создавать девушку, такую себе, немножко как бы серую мышку, но знаете, как в названии испытания «Не такая уж и ягодка», вот не такая уж и серая мышка. В принципе, да. Я изначально хотела создать ее такой совсем-совсем раскрепощенной во всех стилях одежды, во всех нарядах, в общем, повседневном, там, нарядном и тому подобное, как это назвать-то адекватно, господи. Но потом я как-то решила, что нет. Я создала ей примерно такие наряды, как для серой мышки, которая вообще ничем не выделяется, и только наряд для вечеринки я создала такой более такой какой-то, я не знаю, мне кажется, если бы люди, которые с ней общаются и которые видят ее в повседневных нарядах, в официальных и прочее, если они бы увидели ее в праздничном, в нарядном, как это называется-то, господи, в наряде для праздников, то они бы ее вполне возможно не узнали, хотя, в принципе, прическа и внешность остались те же, но единственное, что макияж стал намного ярче, появился у нее пирсинг, которую она в обычной жизни снимает. И также стиль ее одежды совсем кардинально отличается. Знаете, если смотреть на создание, то похоже, что она постепенно из повседневного наряда до купального наряда раскрепощенней. Ну, я не знаю, почему я так захотела создать. Просто, мне кажется, серый цвет многие люди ассоциируют с чем-то таким действительно машинным, серым. Блин. Ну, даже когда говорят, что человек какой-то серый, невзрачный и тому подобное. Поэтому как-то я решила сделать так, чтобы вот нифигашечки не невзрачный, такая вот себе девушка, такая вот такая с загадкой. Как говорится, в тихом омуте черти водятся, вот это вот можно сказать про нее. В принципе, относительно ее внешности, мне кажется, это стандартно, как все мои симы. Ну, ладно, у какого-то сима нос немножко прямее, у какого-то немножко кривее. В остальном, мне кажется, она выглядит стандартно. Я не знаю, напрягает меня это или нет, но, в принципе, даже если это меня напрягает, особо ничего поделать я с этим не могу, потому что мне определенные черты внешности нравятся. Ну, блин, не знаю, как объяснить, возможно, многие с таким сталкиваются, но, в принципе, я думаю, это нормально, и это не такая уж и какая-то великая беда. Вот. Данное испытание я хочу передать Алекс Трилл. Я ей хочу передать голубой цвет. И ссылочку, конечно же, на канал я оставлю в описании, так же, как и на канал Августы. Относительно скачивания данной симки, так как я не делюсь папкой mods из-за авторских прав и тому подобного, я решила, что, ну блин, если ты не делишься папкой mods, то почему ты будешь выкладывать сима со всеми файлами? Что-то не так, что-то ломается в моей голове. Поэтому я выложу трей данной симки на скачку, а все доп. Материалы вы можете скачать лично. Есть внизу лист с кастом-контентом. Полностью все-все-все, что надето на этой симке, вы можете найти там. И, как вы понимаете, если вы скачаете эти вещи и закинете трейфайл симки, то она будет не голая раздетая, а сразу с этими вещами. Но если у вас каких-то вещей нету, то как бы этих вещей на ней не появится. Надеюсь, в общем, правильно и доступно все это объяснила. Надеюсь, меня не закидают тапками за то, что я не хочу выкладывать персонажа со всем доп-контентом одним файликом, чтобы всем было удобно, но, как говорится, авторские права, ты все дела, и это будет не очень хорошо. Да и к тому же у меня используется в ней много перекрасок, а если не ошибаюсь, при конвертации в архив перекраски как бы добавляются, но основной файл нет, и все равно у вас симка будет с какими-то проблемами. Вроде бы я не забыла ничего сказать, если что, опять же, не кидайте в меня тапками за все, что вот это. Не забывайте переходить в описание, чтобы находить важные ссылки на людей, которым я передаю испытания, которые передают испытания мне, а также на всякие важные штуки типа тамблера, группы и тому подобного. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока-пока.